между началом и концом очень тяжело, и нужно шаг вперед делать. И именно это мы собираемся сделать в ближайшие месяцы. Произошел в моей жизни быстрый карьерный рост. Я занимаю в России очень высокий пост. Мимо меня протекает денег огромный поток. И иногда я себе позволяю из потока сделать глоток. Есть у меня самолеты, яхты и острова. И в жизни одна забота — родину распродавать. Навек обеспечены дети, пристроена вся родня. Но есть один человек на свете, который пугает меня, когда в стране назревает очередной трындец. Таких, как я, вызывает он в свой мрачный дворец. И крепко сжав ягодицы, мы слушаем гневную речь и ждем напряженно, кого покарает сегодня Дамоклов меч. Путин страшный, очень страшный, я его боюсь. Я почти привык, но каждый раз в штаны мочусь. Я вагонами ворую, как пчела тружусь. И при этом все сильнее Путина боюсь. В испуганном состоянии живу я уже много лет. Я жду каждый день наказания, а наказания все нет. Я жду его в Куршевеле и на Мальдивах жду. Я жду его в Средиземном море, с яхты справляя нужду. И